Сегодня 31 декабря. Так, как же мне... Так. Сегодня 31 декабря 2022 года. У меня праздничное настроение. Я на тех этаже выливаю воду, которая накопилась от таяния снега. Давно боремся с этой проблемой. 40 лет не делали капитальный ремонт крыши. Никто из чиновников помочь вообще ни в чем не может. Они могут помогать только своим семьям, своим близким. Ну, там, я не знаю, еще как. Может быть, заплатить надо крупную сумму. Вот. 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 Я уже вынесла 2 ведра. Вот, накопился вот полный таз воды еще. Все капает уже даже в том месте, где и не капало. Вот так вот. Замечательным образом. Мы живем уже несколько лет. Подаем прошения, мольбы, но никто нас не слышит. Так, вот мои ведра. Сейчас я налью воды, которая накопилась, и понесу ее обратно. Обратно сливать, да, в унитаз квартиры, потому что ее больше нигде не сольешь. Вот, уважаемые дорогие чиновники, чтобы вам так жить круто, да. Никто не может защитить 2 женщин, которые борются уже несколько лет. Так, сейчас я остановлю запись и, наверное, покажу, как я несу эти ведра. Но, к сожалению, наверное, нет, у меня не получится. Я буду так снимать постепенно. Угу. Так, сейчас я вот ставлю вот так сюда. Теперь я перелазию я через трубу. Через трубу беру ведро, ставлю на керамзит с другой стороны. Так, теперь я беру второе ведро, ставлю на плиту, и далее я уже не смогу снимать. Вот, сейчас я с этими полными ведрами пойду вот так вот по этому темному коридорчику обратно с середины дома до лестничной площадки, вот, сливать в унитаз. И далее приду за следующими ведрами. По 40-60 литров воды накапливается. Так, далее будет еще видео. Вот сейчас я буду перелазить через горячую трубу. Одно ведро я поставила. Сейчас я перелезу. Поставлю это ведро полное на ту сторону, на керамзит. Так, ползу на коленках. Так, сюда я ставлю. Ставлю ведро. Теперь мне нужно перетащить вот это ведро. Вот это ведро надо мне перетащить. Опа! Так. Сейчас мы перенесем через горячую трубу. Так, далее. Так, вот это вот такой вот. Такой вот здесь вот лаз. Лаз вот такой, да. Сейчас я беру опять 2 ведра. Ну, пока одно ведро понесу, чтобы показывать, как я иду. Вот я иду. Вот здесь вот балка у меня над головой. Над головой у меня балка. Вот. Так. Теперь за вторым ведром возвращаюсь. Возвращаюсь за вторым ведром. Это все делается в полусогнутом состоянии, потому что здесь провода, балки. Вот. Где-то 1,5 метра. Где-то 1,20 м. В общем, по-разному. Так, теперь я перелазю через трубу. Ой, что-то я... не получается. Так. Да. Вот беру одно ведро. Сейчас за вторым вернусь. Так как я... Так, вот тут у соседей тоже емкости стоят. Вот. Провода, балки и так далее. Ведра. Так. Вот выхожу на лестничную площадку, а далее я иду за вторым ведром. За вторым ведром я иду. Иду за вторым ведром. И вот когда льют дожди,
тают снега. Вот я так каждый день с работы убегая, если я на работе, с работы убегая, я иду сливать воду, потому что все будет протечка в квартиру, может замкнуть. Так, сейчас я, как мне перевести-то? Может замкнуть электричество. Вот, поэтому, ну и вообще, даже не только поэтому, нужно сливать воду.